Всем приветики! У нас сегодня отличный солнечный день, а еще у меня появился новый камень в коллекции. Мне этот камушек подарили, сказали о том, что нашли его на реке, и сейчас я его вам покажу. Вот так выглядит этот камень. В длину он примерно 7 сантиметров, весит 200 грамм. Вот в руке он вот так смотрится, слегка блестит. Не знаю, видно это на камере или нет, но он слегка переливается. Какого-то темно-коричневого или черного цвета. Наверное, его стоит отмыть. Так он выглядит мокрым. Такого цвета. И видно все неровности. Я оставила камень сохнуть на солнце, сейчас он высохнет, и я сравню его с теми камнями, что у меня уже есть. Может быть, найду что-то похожее. Кстати, предположения того, что это может быть за камень, были разные. Девушка, которая мне его принесла, думает о том, что это окаменелое яйцо. Также это похоже на семечко, но Артур говорит о том, что это просто камень, который омыло в реке. Мне сначала показалось то, что он похож на асфальт, но Артур говорит о том, что асфальт — это смола с вкраплениями кварца, и он так много весить не может. Как я уже сказала, этот камень весит 200 грамм, хоть совсем небольшой. Такой вот он. А, и Артур еще говорит о том, что он очень плотный. Высокая твердость у него. Так что это точно не асфальт. Хоть по структуре, честно, напоминает асфальт. Я принесла часть своей коллекции камней. Сейчас тот камушек, как я уже сказала, высохнет, и я его начну сравнивать с тем, что у меня есть. Принесла только часть, потому что физически не смогла бы принести все, так как они очень много весят. Так, сейчас посмотрим, на что же это может быть похоже. Знаете, конечно, в идеале мне нужно было бы пронумеровать все эти ячейки или же подписать, где что лежит, чтобы легче было разбираться, чтобы все это было легче запомнить. Так как я не профессиональный геолог и частенько забываю название камней. А так все было бы легче. В этих контейнерах у меня хранятся камни, которые уже сортированы, похожие по фактуре и структуре, отчего легче в них разбираться. И вот я вот эти тут... магнитные? Да, да, вот эти магнитные. У меня тут специально магнит хранится. Та-дам! Как магнитится. Вроде так. Вроде это магнетит. Так, я тут заметила то, что вот этот камень... Ты. Что? Это у тебя... Как они называются? Я забыла. С переливом-то что? Да. Что, тут еще у меня их есть? Несколько, да. Я только не уверена в том, что они все здесь лежат. У меня много чего есть, и оно хранится в разных местах. А, в общем, я заметила то, что вот этот камень, он по структуре похож вот на этот. Только... по весу. Этот потяжелее, чем этот, ну понятно, потому что он чуть большего размера. А так они похожи. Стой. Видите? Только цвет слегка отличается. Сначала подумала о том, что он похож вот на этот камень. Я его в прошлом году, по-моему, мы с тобой его нашли на реке, у нас здесь неподалеку от дома. Но он по цвету другой. Видишь? По фактуре он похож, да, но похож. По цвету другой. Но этот мы нашли в реке, и вот он как переливается. Да, внутри. Он когда был мокрым, вообще потрясно переливался. А сейчас поржавело. Угу. Да, точно, это ржавчина. А вот вторая половинка от него. Вот она. А до этого было золотистым-золотистым. Угу. Как перит переливался, но... Наверное, есть перит. Перит точно не золото. Да, к сожалению, не золото. Раз ржавое.
Так, ну, здесь были предположения, то, что это может быть семечком окаменелым или яйцом. Но я сомневаюсь в том, что это яйцо, потому что, как я видела, яйца обычно бывают или круглые-круглые, прям такие. Ну, нет, такие тоже есть. Такие тоже есть, да? Да, у змей, например, сейчас такие же тоже вытянутые. Да? Ну, смотри, Мел, он весь однородный. У него нет никаких узоров. Да, ну вот как смотрите, например, семечек. Вот эти семечки, они, видите, какие они, ну, типа как поморщенные. Как картошка. Мне это, да, вот очень сильно на картошку похоже, картошка. Согласна. В руке держишь, и понятно, что это камень. Да. Подожди, выглядит. Держи. И они вот такие гладкие, будто бы их полировали долго. Но с в такими, с трещинками, видите? Вот это совершенно не похоже. Это или класс. Вот это, например. Большое-большое. Да, прям такое огромное. Я сначала думала, что это яйцо. Прям типа яйцо динозавра. Но это семечко. Музей сказали о том, что это семечки. Да, и по-моему они говорили о том, что это семечко вроде папоротника. Да. Но они сами не уверены. Анализы нужны, потому что... Угу. То есть так сложно определить. Вот уж. Здесь стерлось немного. Видно? Да, видно то, что оно двухцветное. Получается, снаружи один цвет. Вот оно темным, а внутри совершенно другой цвет. Так, снаружи да. Это как скорлупа. Ой, волосы да. В камеру полетели. А вот это, у него здесь тоже такие же узоры, как у картошки. Но он более гладкий, форма странная. Как я понимаю, это его вода так обтесала, омыла. Его очень вроде красивый. Ты в воде нашла, в реке, да? Я уж точно не помню, но, по-моему, в реке. Вроде это было в Веневе. Это изначально. Возможно, семечко, но потом омытая водой. Угу. Вот этот гигант вообще красота. Да, мне жаль, кажется, больше сломанный. Всего нравится. Но хотя бы время... половинка есть. Зато мы видим, что внутри. Надо его помыть хорошо. Да. У меня еще до конца коллекция вся не разобрана, потому что камней огромное количество. Смотри, а вот это, он такой темно-синего и темно-зеленого цвета. Похож на семечко, но. А внутри не факт. Оранжевый. Видно хорошо? Да. Держи. Снаружи темно-темно-зеленый. На серый похож. Вроде графита. Внутри оранжевый. Интересно. Красота. А вот этот очень гладкий. С узорами картошки тоже. Угу. Но он гладкий-гладкий. Смотри, аж сверкает. Да, красивый. Кстати, я до этого говорила о том, что мне этот камень показался похожим на асфальт. И вот у меня здесь есть кусочки асфальта. Асфальт, правда, разный бывает. Да. Это один из типов. Ну вот, если брать грязную часть, то реально похож. Это асфальт? Да. Это же вроде асфальт. Это асфальт. Кусочки асфальта. Выглядит как более-менее однородный шлак. Думаешь, это шлак? Я не знаю. Я это сортировала как асфальт. Внутри много мелких-мелких вкраплений кварца вроде. Здесь у меня еще есть два кусочка. Но все же оно не такое. И этот кусочек очень легкий. Угу, легкий. Да, этот тоже. И этот. Все они легкие. Так что... Что мы решаем? Да, и само собой, как всегда, если вы знаете, что это, будет очень хорошо, если вы мне это напишете. Но, как я уже сказала, все-таки больше склоняюсь к тому, что он вот такой же. Этот камень, по-моему, мы нашли также здесь, в реке. А из чего это? Не помнишь? Не, я не помню. Похоже на морские камни, те, что большого размера бывают, у берега лежат. Да, похоже. На море. Угу. Похоже. Забыл, как называется. Все камни, на первый взгляд, кажутся одинаковыми. Я вот сейчас рассматривала вот этот камушек. Где? Вот этот. И мне показалось то, что он такой же, как этот. Он так по фактуре слегка был похож. Но у него блестящие вкрапления, они такие продолговатые. Постараюсь показать это. Так сложно сфокусировать, держа одной рукой камеру. В общем, отдаленно напоминает, но это не он.
хоть и похож. Здесь еще такой же черный. Вот этот черный камень такой же, как вот этот, который я только что показала. Всем спасибо за то, что посмотрели это видео. Если оно вам понравилось, поставьте лайк. И, конечно же, как всегда, если вы знаете, что это был за камень, напишите мне, пожалуйста, в области комментариев, для того, чтобы я тоже знала, что это. Всем пока!